И напрасно. Именно в этом городе родился талант Серафима Сергеевича Туликова. Потому что именно этот город мог ему отдать всю ту силу, которую он отдавал Циолковскому. И вместе с тем Серафиму Сергеевичу Туликову, как композитору, как пианисту, как человеку очень земному, человеку удивительному. И беда именно в этом, потому что нам не дают слушать то, чего просит душа. А душа всегда просит мелодию.